Игнатий Тихонович, молитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якого истину блажите Те Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херувима славнейшего, истину серафим, без истления Бога Слово рожишую сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоя Матери и силы честного животворящего креста, святых ангелов, наших хранителей, всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благи сии человека любит. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитву святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не корижа благое сотвори их пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешители души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселись овны, и очистины от всяких скверны, и спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Те блаже, ангельскую песнь вопием Те сильный. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, возвик меси, Господи, ум мой просвети и сердце, и усне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троица. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажатся. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Основа став, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне героя Твоя благость и долготерпение. Не прогневался на меня ленивый и грешный, не погубил меня со беззакониями моими, но человеколюбцел еси обычно, и в нищане лежащего возвиг мне еси, воеже утренне славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со совесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании и сердечным, и воспевайте Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Девяносто четвертый псалом. Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего. Предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени перед лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. 95-й псалом. Воспойте Господу песнь новую. Воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его. Благовествуйте со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава величия пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса и да торжествует земля. Да шумит море и что наполняет его. Да радуется поле и все, что на нем. И да ликуют все дерева дубравные. Перед лицом Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей. 96-й псалом. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова, облако и мрак окрест его, правда и суд основание престола его. Перед ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду его, и все народы видят славу его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь перед ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради судов Твоих, Господи.
ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, Господи, и славьте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Боже мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатый состраданием и неизреченным в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий меня будет жить и не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь ты никакие дела оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна вера моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что уторт меня Твоей Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очрев матери моей, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без лености, как я прежде работал на сатану-обольстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедному души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо я нищ и слаб.
избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога на святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Любовь, ибо мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила честного животворящего Христа Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивное дару, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помил отца моего духовного, родителей, сродника, благодетелей, митрополитов, Марка, Николая, епископа Венедикта, Агафангела, Тихона, Антония, Священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосиму, Владимира, Максима, Андрея и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополитов Тихона и Лариона, и весь священнический и иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, рожденного свыше благовестника, и место для занятия, как тебе угодно. Смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, бы дали достойно жить людям, чтоб было из чего уделять нуждающимся. Коснись их сердец и преобразуй в духовное Владимира, Михаила, Жозефа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи, этого смутьяна Алексея укроти. И все их сообщество развей. И покажи им ту бездну, куда их сталкивает враг рода человеческого. Ибо Слово Твое повелевает быть мирными, не мятежниками, и жить безмятежно, прославляя Господа Бога нашего. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою, Господи. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословенным этот день, которого никогда не было во Вселенной. И мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем, полагаясь на Твою волю и промысел Твой о нас. Ибо Ты верующих в Тебя, рожденных свыше, называешь святыми избранными. Помоги нам оправдать эти дивные названия, данные Тобою. Слава Тебе, Христе Боже наш! Слава Тебе, Господи! Защити наши жилища и селения от пожара, воров, нечистой силы. И благослови живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру, дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа, и прищи добрых жителей с детьми, любящими, знающими уставы Твои святые, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептину. И всех побуди на благовестие о Голгофской жертве и победе над смертью Христа нашего Бога. Господи, от тяжкого недуга пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, потерянного Александра, найди и укажи, где он. Блуждающих Алексея, Сергея, останови, дабы не обманывали себя и людей. Благослови Евгения, Анастасию, Надежду, Валентину, Екатерину, 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 Галину, Александра, Александра, Сергея, Сергея.
Слава Тебе, Христе Божий наш! Возри на угрозы врагов, на их постоянную ложь. Утиши их зависть. И то, что изрыгают они, да поглотит земля, да не дойдет это до ушей верующих. И в судный день не помяни их безумие, ибо не знают, что худо творят. И благослови благодетели наших, воздаем добром всей жизни и будущей. Елену, Елену Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Эдуарда. И помоги нам издать трехтомник Нового Завета с толкованием блаженного Феофилакта, чтобы нам не быть обманутыми здесь, ибо незнакомые люди будут издавать. Услыши молитву нашу, Господи. Слава Тебе. Будь милостью к нам, Владыка. Все наше родство найди. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Лену, Марию, Татьяну. Путешествующих Раису, Льва, Виктора, Александра. Благослови. Посети болящих. Дай силу перенести безропотно страдания. И пошли им исцеление. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, отца Геннадия, Надежду, Людмилу, Александру, Неонилу. От Тебя не сокрыты наши страдания, Господи. Слава Тебе. И наши сокровища в интернете сохрани. Их администрацию благослови и расположи к нам. Будь милостив, Владыка, и благослови трудящихся на этом поприще. Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Гаврилу, Ольгу, Вячеслава, Владислава, Романа, Николая, Алексея, Гавриила. Благослови и обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Слава Тебе, Боже наш! Благослови всех, кто строил эти жилища, храмы, где мы находимся, находя великое утешение. Слава Тебе! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей, всех православных христиан. И сотворим вечную память, вечный покой. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Кроме Тебя нет иного Бога. Будь милостью к нам, Владыка, спаси и сохрани наследие Твое. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Твоей, аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! И в вечности воздай милостями Твоими всем, кто трудился над моей душою и возрастанием ее к Тебе, Марию, Стефана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем опором любви от зависти нечестивых, от противящихся истины, от творящих злодейства. Слава Тебе, Боже наш! Благослови, Господи, всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия и посеянные нами пути, да даст обильные добрые плоды. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире, Тимуру, Рустику, да истинную Христову веру, дабы не верили лжепророкам. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе. Благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину. Поправься жилищами, чтобы и там могли собираться люди и прославлять Тебя. Чтобы каждое жилье наше делалось пристанищем нуждающихся в помощи. Чтобы там вели занятия. Аллилуйя!
Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Благодарю тебя, мой добрый ангел. Сколько лет ты хранил и защищал мою душу от повреждений, от всего, что не славит Господа. Не покини смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и помогать нуждающимся. И каждому дару, Господи, доброе жилье. И Сергею Гавриилу. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода то наше отшествие не застал нас неготовыми, но чтобы мы вышли навстречу тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры, и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ крутости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Да будет принята Господом твоя молитва о нас, о нашей живности, облегчающей наше пребывание в этой юдоле пещере земле. Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн, да дадут Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Косма и Дамиян, Андрей Стратилат и Ерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста на чело, или правую руку. Господи, устраши правителей мира и священства, обманывающие людей, что от предсказанных Тобою казней, грядущих на вселенную, будто бы можно избавиться какими-то сообществами, изобретениями, медициной. Это дьявольская ложь. Твои пречистые уста произнесли сие. Ты сказал, что будут глады, моры, землетрясения и войны. Восстанет брат на брата, народ на народ и царство на царство. И ты добавил это, как бы печать поставил. Всему надлежит быть. И этого никто не может отменить, изменить, избежать. И все это допущено тобой по любви твоей, дабы не ушли люди нераскаянные, ибо раскаяния за гробом нет. Слава тебе, Боже наш! Святые отцы, молите Бога о нас. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ив, Сергий Радонский, Стефан Пернский, Серафим Саровский, Антобольский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Пилорет, Иероним Стридонский и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысли еретиков и сектантов разруши, разбей и в ничто преврати. Молите Бога на святых жены и девы. Фёкла первомученица, Патина, Самарянина, Феврония. Вера, надежда, любовь, Матерь София, Наталья, Адриан. Варвара, Екатерина, Перпетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина. Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроника, Юники, Прияна, Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость.
и сохрани их от всяческого поругания и насилия. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы, Виктории и Иоанны. Благослови призванных на фронт, чтобы не стали они убийцами там. Никиту, Александра, Максима. И готовых призваны быть Иоанна, Георгия, чтобы они были там светильниками. Дай им истинное духовное рождение и возврати их в мире неповрежденными, как угодно тебе, воле твоей святой. Слава тебе, Боже наш! Господи, посети детей твоих, томящихся в вузах, тюрьмах, психиатрических темницах. Даруй им свободу, Сергею, Илью. Хвала тебе, наш Господь! Слава тебе! Аллилуйя! Господи, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Благослови Константина пути. Защити и Анну, и болящего Дмитрия. Найди, обрати эти души во всей красоте. Будь милостив к ним, Господи. И нас помилуй милости Твоей ради. И о незаповедавших молимся. Отверзи им двери покаяния. Тебе, Боже, хвала. Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им желание трудиться в поте лица. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь.